Всем привет, ребята, с вами я, Нубик Даня Финн, и сегодня у меня для вас очень плохие новости. Меня какой-то злой колдун заколдовали и куда-то отправил, я не знаю куда, в какой-то адскую тюрьму, что ли, какая-то. Смотрите, тут везде лава спускается, я не понимаю, почему она сверху стекает к нам вниз. Вот, я вообще не понимаю, что я тут делаю, какой колдун меня заколдовал и отправил меня сюда. А перед началом видео я вам посоветую подписаться на канал, поставить лайк и сделать ачивочку вот мою, необычную вот такую, вот подписаться на канал, и на счет 3 появится эта ачивочка. Раз, два, три! Видишь, вот, ты подписался на канал и выпали мою ачивочку, вот, молодец большой. Вот, видите кнопочку подписаться, обязательно тыкайте на нее, тыкайте. И смотрите, я хочу вас порадовать, нас целых 73 человека. Нас был 21 человек, остались 73. Вы представляете, просто нереально. А вы сможете посчитать, сколько прибавилось человек на моем канале? То есть были 21 человек, осталось 73. Напишите в комментарии, сколько получилось человек, ну... подписались на мой канал, вот, напиши в комментарии. А в прошлом видео я вам попросили посчитать пример 5 плюс 2 плюс 7, и вот Ксения решила мой пример, вот, видите, получится 14. Спасибо Ксении, то, что она мне подсказала, сколько будет 2 плюс 5 плюс 7. Спасибо ей, у меня по математике теперь будет пятерочка. Спасибо тебе, Ксения. И вот хочу сказать спасибо Короли Кингс какой-то, вот, спасибо за комментарий. Почему у тебя так мало подписчиков, он меня спросил. А я ему хочу ответить, потому что надо звать своих друзей и родственников, всех своих одноклассников, чтобы они смотрели наше видео и подписывались на мой канал. Вот, да, ребята, ребята, я что-то сразу не заметил, какой-то тут странный сундучок стоит. Ребят, вы не знаете, и тут какой-то, смотрите, тут дверь железная, но я почему-то не могу сюда прийти, потому что тут нету у меня железной кирки, которой я бы мог сломать вот эту дверь тупую, чтобы я смог посмотреть, что же там в сундучке. У меня очень интересно. Слушайте, ребят, я думаю, надо посмотреть, что находится в этом сундучке, и давайте заглянем в него. Ребята, смотрите, тут 3 лаки-блёка, 2 земли с травой, 2 саженца дуба, 24 земли, ведро лавы, 2 ведра воды и 6 жареной свининки. Вот, да, смотрите, первое дело, надо сделать бесконечный источник воды. Давайте вот тут вот сломаем сундук тупой, вот этот стоит тут никому не нужный. Вот, давайте сломаем и сделаем генератор воды. Ой, вот это я нуб, я что-то не так его построил. Вот, надо вот так вот, вот так вот надо строить. Пускаем воду вот сюда и вот сюда. Ребята, смотрите, у нас получился бесконечный источник воды. Ура! Вот, возьмем, давайте, водички две. Вот тут. И надо построить нам генератор лавы. Вот, ребята, смотрите. Ой, какой лавы? Булыжника, вот я нуб. Вот, ставим вот сюда землю. Так, вот тут надо, я думаю, вот так, надо отсчитать 4 блока. Раз, два, три, четыре. Вот тут делаем вот такую ямочку. Вот, видите, ямочку. Вот тут пускаем водичку. Вот сюда пускаем водичку, вот так вот. Смотрите, делаем вот так вот. И смотрите, ставим вот сюда ляву. И у нас получается бесконечный генератор булыжника. Ура, ребята, мы с вами сделали бесконечный генератор булыжника. Вот, учитесь. Вот, ребята, мы с вами сделали бесконечный генератор булыжника. И сейчас, я думаю, нам надо сделать с вами, точнее, не сделать, а посадить саженец дерева. Вот, ребят, садим вот сюда вот, и давайте вот сюда саженец, и вот сюда вот. И вот, и смотрите, а как же нам его вырастить, чтобы он стал большим? У меня же нету этого, как его там, муки этой, как ее там... Напишите в комментарии, ребят, как называется мука в Майнкрафте. Я забыл, как она, представляете, называется. Вот, напишите мне, пожалуйста. Ой, ребят...
Ребята, смотрите, у нас есть костяная мука. Вот как она называется. А я-то забыл, а каким она чудом тут оказалась, я вообще не понимаю. Ребята, у нас выросло дерево. Вы представляете, теперь мы с вами сможем сделать верстак. Давайте же с вами сделаем верстак и сделаем себе кирочку, чтобы мы смогли... Вот, видите, вот тут вот какая-то необычная шахта, так сказать. И я заглянул одним глазом вот сюда вот в бок и увидел там алмазы, ребята. Вы представляете, там есть алмазы, но чтобы собрать алмазы, нужна железная кирка. А чтобы нам железную кирку сделать, нам нужна сначала каменная. И сделать этот... Как его? А, печечку. Вот, ребята, я думаю, вот столько нам дерева хватит, и тут оно осталось, конечно же, последним. Вот, делаем первое верстак. Вот, мы сделаем верстак, поставим его, сделаем палечки и сделаем кирочку, чтобы собрать наш вот этот булыжничек. Вот, раз подобрали. Давайте второй подобрали. О, чуть не умер, ребята. Вот, и третий подобрали. Ой, не подобрали почему-то, ребята. Вот, теперь подобрали. И теперь мы с вами сделаем каменную кирочку. Вот, ребята, смотрите. Теперь... Ой, смотрите, саженец дуба выпал. Давайте посадим его. Теперь нам надо в этой куче найти железо. Надеюсь, оно тут есть. И первым делом... Конечно же, нам надо сделать печечку, чтобы мы могли потом расплавить это железо. Да, и нам нужен, конечно же, уголь, ребята, запоминайте. О, ребят, я уже вижу уголь. Когда надо это сделать железную кирочку, надо обязательно сделать печечку и уголь. Вот, да, чтобы расплавить железо и сковать из него железную кирочку. Вот, да, ребята. Давайте подберем вот этот, как его, уголь, уголечек. Вот, давайте, я думаю, 3 штуки вот хватит, даже тут я подобрал 5 целых. Запихнем нашу печечку и давайте продолжим искать железные блоки. Во, ребята, я нашел железные ресурсы, так сказать. Вот они, я уж прыгаю от счастья. Вот видите, как я радуюсь. Вот, давайте соберем. Сколько тут я уж подобрал? 4, 5, 6, 7. Ребята, ой, тут еще есть, ребята. Смотрите, как много, как нам повезло с этой пещерой. У нас там еще есть алмазы. Их надо тоже будет по-любому собрать. Да, ребята, вот, давайте полежим, пока плявится наша железную рудю, и пока, я не знаю, давайте потанцуем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, ребята, мы с вами немножечко потанцевали, так сказать. Уже один железный слиток готов. Давайте, а где алмазина? А вот они, ребята. Я уж думаю, какой-то гном злой забрал наши алмазы. Ох, ребята, я просто чуть не испугался от страху. Просто так нереально испугался. Думал, все, мы никогда теперь отсюда не выберемся. А, да, я забыл сказать вам план нашего действия в этом, так сказать, этой... как тюрьме из лавы. В общем, ребята, моя цель — выбраться из этой тюремной лавы и посмотреть, что в том сундучке. Мне очень интересно узнать, что там находится. Вдруг там какие-нибудь полезные предметы, для чтобы мы могли выбраться из этой, я не знаю, тюрьмы из лавы. Вот уже, смотрите, почти наши железные слитки переплавились, и мы уже с вами можем сделать железную кирочку, чтобы переплавить наши железные... Ой, алмазные... Альмазики! Ой, я не той кирочкой долблю. А вы знали, если... Ой, смотрите, у нас сколько достижений! Ребята, смотрите, а вы знали, если копать каменной кирочкой, то алмазы никогда не выпадут. Так что надо копать всегда железной кирочкой алмазы. Вот, смотрите, целых 3 алмаза как раз, чтобы мы с вами смогли сделать кирочку, как ее,
Ой, как ее? Альмазную Кирочку, ну вы допоняли, вы у меня умные ребята, надеюсь, вы меня понимаете с первого слова. Вот, да, давайте тут еще, я не знаю, зачем покопаем вот эти облёки. Вот, все, надеюсь, 37 булыжника очень хорошо, очень много. Так, саженец, что тут валяешься безделье? Давайте тут вот такой вот саженец. Ой, мы заграждаем комментарии наши подписчицы. Вот, ребят, вот тут вот сделаем, заберем наши альмазики, так сказать. И смотрите, ребята, мы с вами скрафтили альмазную Кирочку. Вот это да, ребята. Нам очень сильно повезло, то что вот тут вот такая пещера классная появилась. Вот, и давайте же сломаем вот эти вот тупые-притупые двери, чтобы мы могли посмотреть, что там находится за этими железными дверцами. Вот, ребят, давайте. Раз, два. Ребята, мы с вами сломали эти тупые железные двери. Давайте их сожжем, чтобы они больше никому вреда не принесли. И давайте насчет... давайте посчитаем до числа 5 и заглянем в этот сундучок. Давайте вместе со мной считаем до 5. Вы, надеюсь, умеете считать до 5. И напишите в комментарии, до скольких вы умеете считать. Вот я умею как раз вот считать до 5. Дальше 5 я не умею считать. Вот, потому что я у вас и спрашиваю вот эти примеры. Потом я по математике двойки всегда. Давайте на счет 5. Раз, два, три, четыре, пять, 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 пять. О, ребята, смотрите, что тут у нас лежит. У нас тут лежит зелье огнестойкости и редстоун факел и 20 динамитов. Ребята, я думаю, смотрите, огнестойкое зелье нам понадобится, чтобы сбежать из этой тупой тюрьмы. А динамит, чтобы ее взорвать, чтобы больше никаких нубики тут не могли попасть на эту тупую ловушку, как вот я. Я вот шел как-то, вот я вам рассказываю, как я сюда попал. Я шел как-то тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вижу какого-то злого, тупого, какого-то там этого, заклинателя, что ли. И он мне такой, какое-то заклинание произнес, и меня отправил сюда. Я вообще не знаю, как я сюда отправился, какое заклинание там произнес. В общем, давайте уберем вот это тупое лаву и смотрите, что тут скрафтилось. Тут скрафтился этот, как его, из чего делается этот, ну как его, блин, я забыл, как его называют. Порталь в ад. Вот, ребят, я вспомнил. Ой, смотрите, у нас открываются опять новые ачивочки. Как вы думаете, мы откроем все ачивки за всю игру Майнкрафт? За все время, которое мы будем играть. В общем, ребята, давайте делаем вот тут вот, так сказать, а мы что, не можем с вами сломали? Сломали, ребята, мы с вами сломали отверстие для спасения нашего теля, выпьем зелье огнестойкости и побежали, ребята, побежали, побежали, пока это зелье не испортилось. Быстрее, быстрее ломаем. Не ломается, ребята. Вот, сломали. Бежим, бежим. Ой, ребята, я падаю. Я умер, ребята. Где я оказался, я вообще не понимаю. А вон я оказался. А, ребята, смотрите, тут еще несколько тюрем. Наверное, и там нубики есть. Они тоже сейчас спасаются, как и мы с вами спаслись. Думаю, надо... потом я их спасу. Ой, ребята, смотрите, там тигр белый и оранжевый. И гипотапотапамус, или как он? Напишите в комментариях, кто это такой. Я не знаю, это что, жираф какой-то? Или кто это? Я вообще не понимаю. Слушайте, ребята, вы же помните то, что нам выпал динамит? И я вам предлагаю... Ой, ой, ой! А где этот динамит? Ой, он походу сгорел. Ребята, ну я думаю, нужно включить режим бога. Взять... Ой, сначала стойте, ребята, я совсем забыл. У нас же есть ляки-блёки. Давайте их сначала сломаем. Ой, железная броня. Ой,
Нет, это опять этот, как его? Да, вот моя, опять жареная картошечка какая-то непонятная выпала. И, кстати, посмотрите мои предыдущие видео, как я скрафтил опупенскую машину, а меч бога там вообще, они просто офигенские это видосы. Вот, ребят, давайте, у нас еще один ляки-блёк остался, ой, фигня выпала, какие тупые ляки-блёки. Давайте включим режим бога и взорвем эту тупую тюрьму, чтобы она больше никому вред не принесла. Вот так вот понаставим, вот, ребята, вот так вот, чтобы полностью она взорвалась. Вот, давайте, я думаю, сейчас динамит уже зажгется. Я думаю, надо быстрее ставить, чтобы... Ой, а что не поставился динамит-то? Вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, мы возьмем землю, вот так вот, ребята, поставим вот сюда вот и вот сюда. И ставим красный факел и бежим. Быстрее. Вот так вот динамитику еще поставить. Вот так вот. И смотрите, уже все взрывается, ребята. Эта тупая тюрьма взорвалась. И больше никому вреда не принесет. Только лява останется. Но это не беда. Мы как-нибудь с нашим Сквидвардом в прошлой серии, там, когда я отправлялся в будущее, он мне там помогал, мы с ним уберем вот эту тупую ляву. И вот, в общем, вот так вот. Да, ребята, все. Всем спасибо огромное за просмотр, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей, родственников, маму, папу, бабушку, дедушку. Вот, ребята, пишите в комментарии всякие полезные мне. Мне будет очень радостно то, что вы будете писать мне в комментарии. Все, ребята, всем удачи, ребята. Всем пока.